Да, просто действительно заинтересовал вопрос меня всерьез, где мужские голоса. Ну давайте тогда будьте попробуем. Фонд, да. Это любимый номер Тарковского. Песенка написана для детей от 2 до 3 лет. Мы уже думали, что мы в эту игру наигрались, но уже, наверное, лет 5 не играли. Давай поиграем. Значит, надо петь вместе, но вы поймете меня. Ну, чтобы петь припев, все вместе, с пляшем мы и с пляшем. У Пеки Жени веселый гусь, узнав все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гусь. Вот в этом месте Виктор Семенович всегда останавливал поющих и говорил: «Вас что здесь, плохо накормили?» Это же песня для детей, мы должны петь ее громкими, задорными, детскими голосами. Все сначала. Но вот вы знаете, не так давно мы с Лидией Олеговной выступали в одном бар-кафе на Монмартре в Париже. Как там пели гораздо лучше. Посмотрим, что будет после следующего куплета. Пеки Жин смешной щенок, он танцевать под дудку мог. А для чего ж смешной щенок? Лучше, даже лучше, чем на Монмартре. И тем не менее слышны в основном женские голоса. Но хуже, чем мы пели на Брайтон-Бич в Америке. Но вот действительно Лида заметила, что слышны только женские голоса. И обычно Виктор Семенович просил меня здесь проводить социологический эксперимент. Об активности населения по половому признаку. Надо говорить по гендерному. Да, теперь говорят по гендерному. Мы с Берковским говорили по половому. Я попрошу первое с пляшем Пегги спеть представительниц прекрасного пола. Они у нас все прекрасно поют. А второе всех остальных. Пегги старый шил козел, он на одной дорожке мёд. А где чего шумён козёл? Пляшем Пегги, пляшем. А где чего шумён козёл? Пляшем Пегги, пляшем. Ну вот есть всё мне. Вот распелись даже мужики, а слова закончились. Но народ не унывает до сих пор. Вот уже, наверное, последние 5 лет мы как-то перестали, стесняемся играть в эту игру. Повзрослели, может быть. Нет, но народ не повзрослел, пишет куплеты. А стесняемся мы главным образом потому, что куплеты пишут все больше неприличные. Наверное, уже весь словарь Ожегова из приличной части срифмовали. Но вот несколько животных, да, образчиков мы сейчас вам продемонстрируем. Между прочим, вот куплет, который я сейчас спою, нам подарили во Дворце пионеров. Видимо, написала его девочка старшего школьного возраста, поскольку чувствуется знание темы. У Пеги не было козла, вот так всю жизнь и прожила. Трудно живется без козла. С пляшем, Пеги, с пляшем. Трудно живется без козла. С пляшем, Пеги, с пляшем. Ну, этот куплет вот у женской части населения возраста тоже, видимо, с пониманием. А вот мужчинам обычно нравится куплет, который нам подарил мальчик. Во Дворце пионеров. Он вышел, видимо, из какой-то московской коммуналки, что ли, пришел. Сейчас попробую спросить. У Пеги в кухне таракан, он весит 40 килограмм. Ай да закуска под стакан. С пляшем, Пеги, с пляшем. Ай да закуска под стакан. С пляшем, Пеги, с пляшем. Вообще-то эту игру можно играть бесконечно, но мы, пожалуй, будем закругляться. Мы сейчас споем куплет, который сочинил Георгий Леонардович Васильев. Сочинил он его, желая сделать приятное автору Виктору Семеновичу Берковскому.
На день рождения, кстати. В Беге жил Виктор Семенович Берковский. Он был хорош собой чертовски. А до чего ж хорош Берковский? Спляшем, Беге, спляшем. А до чего ж хорош Берковский? Спляшем, Беге, спляшем. Оркестр! Ах, до чего жизнь хороша!